Всем привет, с вами Виолетта, и в этом видео хочу сделать обзор на раскраску «Город волшебства. Раскрась мечту». Это новая раскрасочка от АСТ. Как обычно, здесь около там, 45 иллюстраций. Они довольно-таки красивые, на мой взгляд, но стоковые. То есть, допустим, дерево вот там на одной из предыдущих страниц, оно очень много где встречалось. Мне больше всего понравились вот такие картинки. Можно сказать, со смыслом. И ну, они какие-то, вот прям стиль мой, я бы сказала. Некоторые иллюстрации здесь повторяются, но немножко в видоизмененном таком формате. То есть, например, вот здесь вы видите, да, что эти домики, они абсолютно одинаковые. Еще их и запихали на один разворот. Мне кажется, не очень это хорошо. Вот эта картинка с кристаллами, безумно красивая, на мой взгляд. Здесь симпатичные девушки. Вот, больше всего мне нравится как мистическая тема в этой раскраске. Я чисто из-за нее покупала. Конечно, русалочки мои самые любимые. Девушки потрясающие здесь, но они тоже повторяются. То есть здесь есть девушка, которая ничего не держит в руках. И на соседней же странице девушка в руках с черепом и кактусами. То есть, ну это, конечно, не очень хорошо. То же самое, здесь вот лицо одинаковое. Ну, и здесь тоже, ну. Но сами картинки разные, поэтому, конечно, если вам понравилась эта раскраска, то почему бы нет? Она стоит около 100 рублей. Мне кажется, ну, все-таки не очень хорошая цена для этих раскрасок, потому что 100 рублей стоят раскраски из вот этой серии. И я не понимаю, почему эти тоже стоят 100 рублей. Хотя картинок здесь меньше. Намного. Тоже раскраска на склейке. Ой, синий корешок. У меня, по-моему, еще синих корешков не было. И бумага средней плотности. Я бы даже сказала, меньше среднего, тоньше среднего. Но если картинки вам понравились, то, конечно, приобретайте. Я все-таки не пожалела, мне нравится эта раскраска. Ну, это было все. Обязательно пишите свое мнение внизу в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, будете ли вы покупать эту раскраску, понравилась ли она вам. А с вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.